Также одним из серьезных вопросов остается Северный завоз. Для обеспечения населения арктических и северных районов социально значимыми продуктами необходимо более 30 миллиардов рублей. Из государственного бюджета на это направлено всего 2 миллиарда. Такую цифру озвучил заместитель председателя Государственного собрания Ил-Тумен Виктор Губарев. Из 1,5 миллионов тонн грузов, доставляемых в северные и арктические улусы, только 11 тысяч тонн приходится на социально значимые продовольственные товары. Из них 9 тысяч тонн мука, что составляет только 10% от потребности населения. Норматив потребления продуктов питания на душу населения в арктических и северных районах. Видимо, не обойтись и без адресной продовольственной помощи наиболее нуждающимся слоям населения, то есть вести продовольственные карточки. Критическая ситуация с завозом продукции и товаров. Мы поддерживаем предложение федеральных органов власти, чтобы к северному заводу подключился госрезерв.